Ну вот так выглядит стадион Стяуа, заснеженное поле. И мы посмотрели с вами мадридский Реал, а теперь посмотрим его соперника по четвертьфиналу Ювентус. Некоторые газеты в канун этого матча поспешили сообщить, что игра не состоится между Ювентусом и Стяуа, что игра переносится на четверг, ну и в который уже раз желаемое было выдано за действительное. Вовремя футболисты Ювентуса не добрались до Бухареста, но все-таки в итоге добрались из Софии в столицу Румынии, и матч состоялся в срок. Итак, красным мячом играют футболисты, игроки Ювентуса в синей форме, а футболисты Стяуа, хозяева поля, в красных футболках и синих трусах. Ювентус обеспечил себе первое место в группе и во второй раз позволил себе не выставлять всех сильнейших игроков. В этом матче не играли с первых минут, по крайней мере, Перуцци, Дель Пьеро, Пауло Соуза, Деливио, Виалли, Джанлука Виалли, который в последнем матче чемпионата Италии забил 3 мяча в ворота Торино. Их место заняли другие футболисты, которые чуть меньше, чуть реже появлялись в основном составе, а роль капитана команды выполнял Марокки. Джанкарло Марокки, у него 9 номер. Что касается Стяуа, то состав близкий к оптимальному, не играет только Мариус Лекет, уж у него перебор желтых карточек. Алессандро Дель Пьеро в запасе, и такая любопытная деталь. Если Дель Пьеро выйдет все-таки в этом матче на замену и забьет, то установит абсолютный рекорд Лиги Чемпионов. В каждой встрече он забивал, провел 5 матчей, забил 5 мячей, и если вот шестой мяч забьет в 6 встречах подряд, то это будет новый рекорд Лиги Чемпионов. Забивать в 6 матчах никому пока не удавалось. Ну, 0-0, и, в общем, сложно ожидать от команд на таком поле какого-то красивого, яркого футбола. Футболисты играют осторожно, боятся поскользнуться, боятся получить травму, но вот, пожалуйста, один из футболистов Стяуа поскользнулся, по-моему, это Владою. Да, и он Владою. Ворота сегодня в отсутствии Перуцци защищает Микеланджело Рампулла. Но особой работы у него пока не было. Какой опасный момент. И защитник румынской команды мог сейчас отправить мяч в сетку, это Пырва был. Раванелли играет, он сегодня представляет нападение Ювентуса. Вернулся из небольшого отпуска, вызванного нервным переутомлением, Фабрицио Раванелли. А это Нать, 10-й номер Стяуа. После первого тайма 0-0. И на ваших экранах главный арбитр из Австрии Герт Грабер. Очень немного зрителей, но, наверное, удовольствие не из приятных, такой холод сидеть на трибуне. Впрочем, истинных любителей футбола, настоящих фанатов, никакая непогода остановить не может. Они идут на стадион и поддерживают свою команду. Так, фрагмент второго тайма. И футболисты Стяуа выглядят заметно активнее. 5-й номер в составе Ювентуса Парини. Ну, тренеры Ювентуса перестраховались, сегня выставили 5 защитников на этот матч. Вот один из них сейчас Феррара посылает в прорыв капитана команды Джанкарло Марокки. И что сделает Марокки? Передача предназначалась кому-то из партнеров, но защитники Стяуа оказались в этой ситуации проворнее. Вновь Марокки. И в атаке уже хозяева. После удара Милицеру кто-то из защитников выносит мяч из штатной площади. А
это вот Микеланджело Рампулла. Владой сейчас сместился направо. А передача адресовалась Рошу. Но Писотто выбил мяч на угловой. Ну, несмотря на то, что Ювентус вот не очень, что ли, серьезно подошел к последним двум матчам в Лиге Чемпионов, команда, конечно, продолжает оставаться одним из главных претендентов на завоевание титула сильнейшей клубной команды Европы. Но вот нарушение правил. Грубо атаковали защитника Антона Добоша. И каково же будет решение арбитра? Все защитники Стяо постоянно подключаются к атакам. И вот Панаит, и Добош, и Пырву. Но непонятно, какое решение. Мы так и не увидели. Желтую или красную карточку показал итальянскому футболисту судья. Феррара и Рампула. Очень грубо, неоправданно просто атаковал румынский футболист вратаря итальянской команды. И сам, похоже, получил травму. Это, кстати, Владою, все тот же Владою, самый активный в составе Стяо. Да, драматичные кадры, и Владою, похоже, больше досталось. Да, умышленная грубость и красная карточка румынскому футболисту. Стяо осталось в десятером. По-прежнему 0-0 и Писотто. Ну вот видите, какие на снегу бывают тут казусы. Кадр достойный повторения. Но 0-0. Еще один матч на снегу. И как и встреча Панатинаикос Нант, эта игра закончилась ничью 0-0.